Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенка. Доброї раніці. У Гомельской области в эти дни с визитом находятся две делегации из Японии. Представники Министерства по обновлению Японии напередодні наведали вытворчие и социальные объекты Хойницкого района. Тем часом парламентская делегация Японии напередодні встретилась у Гомелі с керівництвом нашего региона. Парламентарии утекавить в опыт работы по переодолению наступствов катастрофы на Чернобыльской АЭС. На сегодня визитом запланованная поездка у Хойницкий район. Сред іншого гости плануть наведать Полесский державный радиационный экологичный заповедник. Подробности в наших наступных выпусках. Уборочная кампания на Гомельщине набирает обороты. У Речицком районе ушановывали первых у нашей области тысячников. Двух комбайнеров и водителя грузовой машины веншовали прямо у поля. Светками подеи стали наши корреспонденты. На поле агрокомбината «Холмич» техника выходит у 5 годин раницы и только у 11 ночи заканчивая свой рух. Для Ивана Вырвича такой график давно стал нормой. За плечами уже 20 годы за рулем комбайна. А пошний год он працует у пары с Олегом Хвостом. До речи, годовина совместной службы для напарников опынулась знаковой. У этом годе они стали первыми в области комбайнерами, которые сдолели намолотить 1000 тонн сбожа. Как мы отработаем, так и будем жить дальше. И семья моя будет так жить. И колхоз, если после дождей положить, например, тогда сложно убирать. А так пока чисто все, нормально убираем. Виктор Кардаш на поле працюет уже амаль 30 годов. Только по 6-летней уборочной кампании за рулем этого грузовика он поспел проехать несколько тысяч километров. Зараз признается, переступать тысячные рубежи для него не у новинку, а вот быть первым тысячником у масштабах усей в области – свой особливый дебют. Ну, конечно, как-то неожиданно получается, что раз-раз, кажется, стараешься. Ну, в чем секрет? Старание просто. Кажется, старается лишнюю тонну взять, где-то залезть на машину, подровнять, чтобы больше, ну, влезло. А работать, если работаешь, как говорится, работа – это жизнь. Деревня – это деревня, работа – это все. До речи, агрокомбинат «Холмиш» с году у год показывает высокие выники. Лето сярод первых тысячников области так само были его комбайнеры. Коли ж казать про селетнюю уборочную, то на сегодня «Холмиш» у лидерах по урожайности. На рахунку агрокомбината зараз амаль 7 тысяч тонн собранного сбожа. Соблюдается технология возделывания сельхозкультур. Вы видите, что поля чистые, ухоженные и есть результат. Район лидирует, в этом году он в лидерах. Я думаю, до конца уборки он выдержит свое лидерство среди районов области. Усяго с поля Гомельщины на сегодня собрали больше, как 250 тысяч тонн. А это амаль у 4 раза больше у сравнении с аналогичным летошним периодом. Отповедно, великий прорыв и у показчиках по урожайности. Специалисты означают, что досягнуть их шмат, у чем допомогло надворье и высокая готовность техники. Усяго ж у этой хвилины на полях в области працует 1400 комбайнов. Завершена уборка рапсу. Напереде сбор пшеницы, жита, ячменю, овса и зернебобовых. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района. До інших тем. Проходження навальничного фронту з поривами вітру до 20 метрів за секунду покинуло шерох неприємних наступств на Гомельщині. Отключення електроенергії відбувалися у 400 населених пунктів 11 районів в області. Окрамя того, у регіоні було зафіксовано 56 випадків падіння древів. Серед найбільш потерпілих районів в області – Світлогорський. Такого урагану місцеві жихари не пам'ятають уже давно. А улади називають його самим моцним за всю історію району. Вырванные с коранем и поваленные древы, перекрыли некоторые дороги. За непогоди не только город с насельництвом у 70 тысяч человек, але и весь район на час опынулся без электричности. Причиной стало отключение всех линий, что подводят до Светлогорской ЦЭЦ. Змагаться со стихийным бедствием почали еще тады, когда ураган бушевал на всю моц. На свои працовные места у экстренным парадку были выкликаны все необходимые службы. Координацией працы занялся штаб по надзвичайных ситуациях. Были задействованы 11 дизельных генераторов для обеспечения жизнедеятельности предприятий и завершения технологических процессов. На сегодняшний момент восстановлена нарушенная вода. Снабжение восстановлено, водоотведение, все системы жизнедеятельности Светлогорского района функционируют в штатном режиме.
Процягваем выпуск. Реалізацыя інвестпраектаў на прамысловасці зараз займаецца не толькі дзяржаўны, але і прыватны сектар эканомікі. Да запуску новай вытворчасці хутка прыступіць на гомельскім прадпрыемстве «Полідрэў». Адзіным у рэгіёне вытворцы пластыкавых дэталяў для сельскагаспадарчай тэхнікі. У планах выпуск тэрмапанеляў, якія будуць запатрабаваны ў будаўніцтве. Падрабязнасці ў Марыны Сівер'янавай. Гісторыя прадпрыемства «Полідрэў» пачалася чвэрць стагоддзя таму, калі тут працавалі некалькі чалавек. Зараз гэта 5 цэхаў і звыш 300 работнікаў. У асартыменце прадукцыі некалькі тысяч найменняў вырабаў, запатрабаваных на беларускім і расійскім рынках. Сярод асноўных пакупнікоў – тракторны завод, Гомсельмаш, МАЗ, БелАЗ, Амкадор, ЛіАЗ і Рассельмаш. Узровень якасці дазваляе смела выходзіць на еўрапейскі рынак, але ж гэтая ніша занятая сваімі вытворцамі і далучыцца да іх практычна немагчыма. Продукция достойная. То есть мы производим ее абсолютно на высокотехнологичном современном оборудовании. На точно таком же оборудовании делаются детали для таких компаний, как Mercedes, Audi там, и так далее, Volkswagen и даже там Airbus. Абсолютно такие же станки, как у нас стоят. А зараз на прадпрыемстве вырашылі пашырыць асартымент і наладзіць выпуск прадукцыі для будаўнічай галіны. Інвестпраект атрымаў адабрэнне на рэспубліканскім узроўні і будзе рэалізаваны да канца будучага года. Дзякуючы яму працоўныя месцы атрымаць звыш паўсотні чалавек. У нас несколько сейчас в работе инвестиционных проектов новых. Один из них принципиально новый. Это наша собственная разработка. Она лежит немножко в стороне от нашего основного направления производственного. Это будущий строительный материал, так называемая термопанель «Билань». Она будет использована и востребована в строительстве. Это декоративный утеплительный материал. Зразумела, крызіс негатыўна адбіўся і на эканамічным стане «Полідрэва». Але для стабілізацыі сітуацыі тут пачалі прымаць неардынарныя меры. Напрыклад, укаранілі камп'ютарызаваную сістэму арганізацыі вытворчасці. Дзякуючы гэтаму павысілася прадукцыйнасць працы. А гэта, у сваю чаргу, дазваляе зніжаць сабе кошт тавараў, больш эфектыўна, чым эканомія на сыравіне і паліўна-энергетычных ресурсах. Для меня показатель – это производительность труда. В нашем предприятии внедрена вертикальная сплошная система компьютерного учета, вот, производства. Все заказы идут от заказа до склада готовой продукции, все через компьютер. Рабочий знает свою зарплату ежедневно, сколько он заработал. Это позволяет увеличить производительность труда, ну, вот за последние 3 года производительность труда на нашем предприятии увеличилась примерно вдвое. Вот. Благодаря внедрению вот этой компьютерной системы организации производства. Марина Сівер'янова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». У Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека адбылася сустрэча працоўнага калектыву з дэлегатам 5-га Усебеларускага народнага сходу. Перад урачамі выступіла дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Алена Стапюк. Яна падзялілася з прысутнымі сваімі ўражаннямі і расказала аб прынятых падчас сходу рашэннях. У прыватнасці, у медыцынскай сферы значна ўвага ў бліжэйшыя 5 гадоў будзе нададзена пытанням аховы здароўя і развіццю матэрыяльна-тэхнічнай базы медустаноў. Трэба адзначыць, у гэтых і іншых накірунках у медустанове ўжо зараз многае зроблена. Тут створаны ўсе ўмовы для камфортнага абследавання і лячэння пацыентаў. Дарэчы, спектр медпаслуг Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека плануецца развіваць і ў далейшым. Когда я обратилась к директору и сказала, что вам, в принципе, у вас уже все есть и для диагностики, и современные методы диагностики, говорю, наверное, уже все. Он сказал, нет, мы развиваемся и открываем новые отделения, которые будут направлены на улучшение здоровья и качества жизни человека. И радует то, что рассказывает, что будет открыто отделение по пересадке костного мозга и стволовые клетки, что теперь на современном этапе это очень главное. Значная падзея для прыхільнікаў экстрэмальнага спорту адбылася на мінулых выхадных у Гомельскім раёне. Адкрыўся першы ў нашым рэгіёне парк для вейкбордзінга. Наколькі папулярны новы від спорту сярод гомельскай моладзі, даведалася Кацярына Жданович.
Выкананне трукаў на вейкборде – важный складник этого виду спорту. Дякуючи магчымасці сполучать экстримы и отпочинок, популярность вейкбординга значно узросла у апошние годы, у тым ліку и в нашей краине. Сегодня у Беларуси дзейнічае 12 вейк-парков. Пришла черга и Гомельской области. Новый объект разместился на территории одной из агросядзіб у вёсцы Асаўцы, недалеко от Гомеля. Мы очень давно занимались виндсерфингом. И так как в нашем регионе очень слабые ветра и сезон виндсерфинга очень короткий, нам стало скучно. И в одной из поездок за границу мы увидели, что ребята катаются на какой-то доске по воде. Когда мы с ним познакомились, с ребятами, они нам рассказали, мы втянулись, и нам это очень понравилось. И мы решили такой же парк построить у нас в Гомельской области. Это хороший досуг для молодежи, это хороший отдых и для жителей города Гомеля, да и Гомельской области. И, несомненно, я думаю, что сюда можно привлекать иностранных туристов. Я думаю, что это хорошее подспорье. Изюминка в Гомельской области будет, несомненно. Проверить на тривалость самую долгую реверсийную лябедку в Украине приехали профессионалы и аматоры вейкбординга из усёй Беларуси. Серед их неодноразовый призер и переможца чемпионатов Европы и света по водных лыжах Герман Беляков. Вот он, WS! Я старался очень сильно не рисковать, скажем так, чтобы не тратить время на плавание и зрителям больше показать, то есть, амплитуду. Ну вот один из самых сильных трюков, что я сделал, это двойной S-band. То есть это получается вылет в горизонтальной плоскости и вращение 720 градусов вокруг своей оси. Необходимый инвентарь для катания – музыка, спякотное надворье, белый песок, вода и отповедный летний настрой. Так открывали гомельский вейк-парк. А кроме того, каждый жадающий мог отчуть себе у роли вейкбордиста и прокатиться по хвалях мясового водоему. Шлем, супрацьударный жилет, магчимость трыматься на дошцы и вейкборд. У выпадку, коли за справу берутся девчины, еще одной неотъемной часткой является червоный купальник. У жніўні тут плануюць правесці адзін з этапаў рэспубліканскіх спаборніцтваў па вейкбордінгу. А яшчэ праз нейкі час гомельскі вейкпарк магчыма стане месцам для навучання гэтаму віду спорту самых маленькіх. Катерина Жданович, Михайл Рабкоў, телерадыёкампанія Гомель. Отбылись поединки 12-го тура чемпионата Беларуси по футболе у первой лизе. Светогорский химик на домашнем поле примал аутсайдера турниру «Ашмяны». Господары святковали перемогу с ликом 2-1. Але самый великий интерес у этом туры безумовно выкликало гомельское дерби. На центральном стадионе областного центра сустракались футбольные клубы «Гомель» и «Гомель Желдартранс». Первый лидер турнирной таблицы. Чыгуночники некий час тримались другими, але за последние несколько туров скатились на четвертый радок. На правах господаров поля и фаворитов турниру зелено-белые чекана заволодали инициативой. Гульня, особливо в первом тайме, у основным была сконцентрована для ворот гостей. Небеспечные для их моменты возникали часто, але у сетку мяч так и не траплял. Коли из-за недокладных ударов, а коли из-за дзеянняў обороны. Час и шоу, але на табло по-ранейшему были нули. До перапынку так ничего и не изменилось. Як уласна и пасля его. У другим тайме футболисты Гомель Желдартрансу крыху осмялели и местами нават перахопывали инициативу. Сказывалася и спякота. Гульцы обедзвюх команд прыкметно стамилися, и гульня стала яшчэ больш марудной. Только на апошніх хвилинах узникла нейкое оживление, але часу, каб змяніць ход падзей, никому так и не хапило. 0-0 так и засталося выником сустрэчы. Тяжело начинали, долго привыкали к покрытию, в общем-то, к антуражу, габаритам. Поля во втором тайме немножко перехватили инициативу, где-то взяли игру под контроль, что-то момент или полумоменты возникали, но, к сожалению, не довели до логического завершения. В общем-то, очку взяли, мы довольно готовимся к следующему. Правильно сказал коллега, за исключением, наверное, 15-20 минут второго тайма. В принципе, остальное время был полностью под контролем территориально, и с мячом мы владели. Но, к сожалению, если у нас и были моменты, не полумоменты, то мы их не использовали. Скажем так, мы недовольны результатом, но долго на этой игре останавливаться не будем. Через 6 дней у нас заключительная игра первого круга. У нас есть задачи, цели, которые надо решать. Выглядели ранішні інформаційний выпуск телерадыокампанії «Гомель». У студии працювала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире.